16 лет мальчику. Мальчик 16 лет играл на школьной площадке. Прилетела ракета рашистская, оторвала ему ноги. Лет кровь отмывает. Звали Илья. Say hundreds of casualties are now feared. A father lost in grief over the body of his 16-year-old son, Ilya. The electricity is gone. The internet's gone. The Russians are coming. Mariupol awaits its fate. Electricity gone. Power is gone. Вода сган, вода сган. И никто не выходил на улицу и не кричал «Ceasefire». March 3rd. The shelling has reached the neighborhood around the hospital. Короче, не вздумай двигаться, я тебе прошу. Для меня это самое ценное. Он для нас дает тебе. Мама, только не думай двигаться. Я тебя очень прошу. Ты у меня самое ценное. Мама лежит. На полу. На полу лежит мама, и ей нельзя двигаться, потому что она самая ценная. Patients are moved away from the windows. And day after day, the conditions in the hospital get worse. Может мне от той стороны зайти? Она видит. Давайте. Давайте мужам перевернуть это. Запусти сюда. Светит сотовым телефоном. This is one of the boys who was hit while playing soccer. Doctors smile at him, but I hear a whisper that his leg may need to be amputated. There are almost no antibiotics left to stop the sepsis. Из-за того, что у них почти не осталось антибиотика, мальчику, которым друг того Ильи, придется отрезать ногу. Ой!
дура, я ищу. Продолжаем работать. Без электроэнергии, воды и тепла. Есть нюансы небольшие с обеспечением. А именно, не хватает сейчас анальгетиков. Там, по-моему, 57 дней длилась блокада Мариуполя. Не было никаких демонстраций нигде. То же самое. Доктора работали без электричества. Только за исключением того, что украинская армия не сидит в туннелях и не стреляет, пользуясь мирными людьми из больниц. В общем, вот так. Находимся уже на рабочем месте уже более недели. Кто-то еще больше. Так что вот так вот. Продолжаем работать. The internet and phones have stopped working, and I'm sending short dispatches to our editors over the satellite. А я все это время делаю ролики про Мариуполь, а русские все это время пишут, что я предательница родины. Morgue is full, so doctors store bodies in utility rooms. We stay and sleep in the hospital. So far, it seems to be the safest place. Обстрелы. Так, сохраняем спокойствие. Самое спокойное. Мир рухнул, стоим, курю. Мир не рухнул. Пока еще. Нет. Day 9. From our observation point on the 7th floor of the hospital, I see the battle on the front line continues. Russians are still trying to break into the city. Кирилл, 18 months old. 18 месяцев, Кирилл. Родители. Ручка беленькая. Россияне, это мальчик был бандеровец, это мужчина был бандеровец, это женщина была бандеровкой. По-моему, они по-русски говорят. Носочки. Мама хочет целовать мертвого ребенка.